Лето – сезон холодных напитков и супов. Окрошка, свекольник, гаспачо. А если хочется попробовать что-то новенькое, китайский холодный суп – то, что вы искали. Суп готовится на основе баклажана. Подробнее, как приготовить китайский холодный суп, я расскажу ниже. Вместо зеленого лука можно взять кинзу или петрушку. Блюдо получается очень интересным на вкус и стоит того, чтобы его попробовать. Баклажан 500 грамм, лук репчатый 100 грамм, соевый соус 40 мл, зеленый лук 15 грамм, яблочный уксус 50 грамм, чили-паста 80 грамм, сахар 20 грамм, соль 5 грамм, вода 1 литр. Количество порций 3-4. Подготовьте все ингредиенты. Баклажан очистите от кожуры и готовьте на пару в течение 20 минут. Остудите баклажан, затем разорвите руками на тонкие полосы. Репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами, зеленый мелко порубите. Добавьте все ингредиенты, кроме воды, к баклажанам, перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут. Налейте в кастрюлю ледяную воду. Китайский холодный суп готов, приятного аппетита!